Первая наша площадка представляет Русь эпохи времен Ивана III, то есть становление артиллерии Руси. Это, то есть, одно из самых первых казнозарядных орудий кулеврина и тяжелая пушка. Она стреляла еще каменными ядрами. Также представлен доспех, женский наряд и ручница, и вооружение, холодное вооружение того времени. На Мосфильм делали ребята на Минске. Да, и она именно сечено-клепанная, то есть каждое кольцо, она проклепана, то есть на клепке каждое кольцо. Там 20 кольцов? Не, ну килограмм 10, она облегченная как бы для съемок. Конечно. Вторая эпоха, это у нас война Наполеоники 812 года, то есть трехфунтовый единорог. 812. Сигнальная пушка образца 1807 года, то есть она небольшая. Она не стреляла ядрами, она просто давала команду основной артиллерии своим залпом. Также холодное оружие, вот манекен представлен воина с пехотным тесаком, кавалерийский карабин образца 812 года и пехотная винтовка образца 812 года со штыком. Третья площадка – это эпоха Первой мировой войны. Это пулемет «Максима», установлены на пехотном станке Викерса. Также представлено стрелковое вооружение, униформа, кавказские войска, дикая дивизия «Сестра Милосердия», казачьи войска и пехота и артиллерия русской императорской армии. Дальше представлен вам бомбомет Лихонина, то есть это было окопное творчество, чаще всего первоначально их делали, это прадед наших современных минометов. Дальше это 37-миллиметровое траншейное орудие Розенберга. Из стволов, которые оставались на складах корабельных орудий, их передали в пехотные войска, и они применялись на станках, которые делались именно уже в войсках. Еще в царское время, на Кавказской войне, одевали такую одежду для чего? Чтобы в горах сливаться и было непонятно, свои, не свои. Потом уже возвели в ранг Николая II, возвели, и была форма. Как бы, личное оружие, кинжал, он, значит, были разные моменты, и острые, и длинные, и разные, смотря для чего. Но как и в Китае, в Японии к нему относились как к великой гордости. Да. Была кавказская еще шашка, ее носили и на подвесе, и так, то есть по-разному. Вот, Александр, почему шашка кавказская не как сабля? Саблей вот так вот снизу нельзя нанести удар. А шашкой сразу можно. Сразу можно. Совершенно грубо. И аккуратно выходит. Как и так же можно шел. Было ударить. Вдоль. Да. Причем это, да, реально. Площадка Второй мировой войны представлена зенитная точка, то есть тот же самый пулемет «Максима» с зенитной прицелом и на зенитной треноге образца 1928 года. Образцы вооружения, то есть каска СШ-40, мина, пистолет системы «Наган», который до 70-х годов, трофейное вооружение, карабин Маузера КАР-98, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, также трофейный пистолет-пулемет МП-40, в народе у нас, как любят называть его, «Шмайкер». Мотоцикл М-72, это тяжелый мотоцикл времен Великой Отечественной войны с пулеметом ДТ-27. Реплика мотоцикла BMW R-71, хотя наш М-72, он был скопирован именно с немецкого мотоцикла R-71. Пулемет Дягилева ДТ-27, пистолет-пулемет Судаева ППС-43. Им комплектовались все части мотоциклетные, пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41. Дальше представлена трофейная техника, немецкий 81-сантиметровый миномет, снайперская винтовка, снайпер в маскировочном халате амеба, костюм амеба, униформа рядовых войск. Это вот образец 80-миллиметровой немецкой мины. Это вот именно русская немецкая упрощенная купорка, ящик под три мины, которая была уже на конец войны. Первоначально они были металлические. Площадка Афганистана представлена, то есть ребята представлены в костюмах Горка-2 и трофейных китайских так называемых разгрузках Чиком. Здесь пулеметчик с РПД-44, здесь стрелок с АКМ. Также комплектовались
одноразовыми гранатометами РПГ-18 «Муха», многоразовыми гранатометами РПГ-2, в дальнейшем РПГ-7. Снайперская винтовка Дегтярева, пистолет, автоматический пистолет Стечкина с прикладом, с кобурой прикладом, и прапорщик медслужбы Советской армии. Также представлена трофейная ТИП-52 безоткатная 75-миллиметровая орудие с прицелом гаубицы Д-20 для ведения боя прямой наводкой.